Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о некоторых истинах, которые мы все хорошо знаем, но почему-то забываем. И первое, наша жизнь очень коротка. Средняя продолжительность жизни людей с каждым годом увеличивается, но, к сожалению, сколько времени отведено каждому из нас, никто не знает. Поэтому следует задуматься о каждой драгоценной секунде нашей жизни, потраченной на обиду, злость, плохое настроение, зависть. Также следует задуматься о постоянном откладывании различных дел, которые, как нам кажется, мы всегда успеем сделать. К примеру, позвонить бабушке или дедушке, посетить страну, о которой мы давно мечтали, сменить работу, начать новое хобби, либо же попросту начать наконец-таки вести здоровый образ жизни. Второе. Наша жизнь зависит только от нас самих. Есть одна хорошая китайская пословица. Лучше быть на первой ступени той лестницы, по которой ты хочешь забраться, чем на последней ступени той, на которую ты залезать не хотел. Нам следует осознать, что только мы выбираем свою лестницу, и никогда не поздно слезть с чужой и отыскать свою. Третье. Находиться в состоянии постоянной занятости не есть то же самое, что добиваться результата. Если у вас постоянно огромное количество работы, возможно, это результат неправильной расстановки приоритетов и плохого планирования. А занятые люди всегда куда-то торопятся, ничего не успевают и находятся в состоянии какого-то хронического стресса. Естественно, периоды напряженной работы есть у каждого, но если данный период затягивается, то он может привести лишь к ненужным неврозам и стрессам. Четвертое. Ошибаться – это нормально. Ошибки и неудачи, случающиеся в нашей жизни, следует рассматривать как прекрасный опыт, который поможет нам в дальнейшем. Ведь недаром даже существует такая пословица «на ошибках учатся». Пятое. Думать и делать – это разные вещи. Конечно, позитивное мышление, визуализация и прочие вещи – это все прекрасно. Однако, чтобы изменить что-то в нашей жизни, как-то улучшить, мы можем лишь благодаря предпринятым действиям. И это касается абсолютно всех сфер нашей жизни, начиная от построения собственной карьеры, заканчивая изменением фигуры. Шестое. Для прощения кого-то не обязательно ждать его раскаяния. Затаивание долгое время обиды, держание ее в себе – это крайне негативно сказывается на нас самих. Обиду гораздо лучше отпустить и забыть, а обидчика простить, не дожидаясь того момента, когда он все осознает, извинится и раскается. Просто мысленно поблагодарите обидчика за предоставленный опыт и извлеченный урок, пусть даже и негативный. Седьмое. Иногда отношения с людьми просто не складываются. Порой с некоторыми людьми отношения не складываются. Это не означает, что они плохие или вы плохой. Просто у вас разные взгляды на вещи, разные цели, планы и ценности. И попросту зачем испытывать лишние негативные эмоции? Лучше проводить время с теми людьми, которые вас вдохновляют, а также с вами на одной волне. Восьмое. Единственный человек, который должен нас любить, это мы сами. Никто из людей не обязан нас любить, но всегда должен быть один неиссякаемый источник любви. Это мы сами. Не научившись любить самих себя, мы попросту не сможем понимать, принимать себя, жить в гармонии с собой. Однако не следует путать такие понятия, как любовь к себе и эгоизм. Девятое. Мы не то, чем обладаем. Мы все прекрасно понимаем, что к концу жизни ничто, на приобретение чего мы тратили огромное количество усилий и времени, нам уже не понадобится. Но несмотря на это, мы продолжаем гонку за маркетинговыми уловками и потребляем гораздо-гораздо больше, чем нам в действительности это необходимо. Десятое. Все переменчиво. Как бы тяжело нам ни было в какой-то период жизни, нам нужно помнить, что это рано или поздно закончится, и черная полоса не может длиться вечно. Однако на смену счастливым моментам также приходят и трудности, и неопределенность. Поэтому все в жизни следует воспринимать с пониманием и философством. Об этих истинах я когда-то прочла в какой-то статье или книге, если честно, я не помню, но они мне помогли как-то взглянуть на жизнь в целом по-другому. И я надеюсь, что мое видео также поможет вам изменить что-то в своей жизни. Спасибо огромное за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.